и так уже 10 лет подряд. В то время как другие ищут летние развлечения в пределах города, команда анимации из Химок развлекает семьи на побережье Азовского моря. Юбилейный для команды год не стал исключением. Отдыхающие уже запомнили химчан и с нетерпением ждут их каждый год. Да и для самих молодых людей семейный курорт «Казачий берег» стал буквально родным. Обожаю это место, Казачий берег. Это сгусток супер творческой энергии, солнце, тепло, море радости и веселья. День аниматора расписан буквально по минутам. Танцы, мастер-классы, игры, караоке, спортивные мероприятия. Найти подход ко всем возрастам непросто, но ребята справляются. Здесь потрясающие люди, здесь очень классные дети. Они очень дружные, они воспринимают все прям на ура. Началось все с нескольких ребят из Химок, которые и приняли решение отправиться на Азовское море 10 лет назад. Актеры, режиссеры, преподаватели школ искусств, работники кино. Но постепенно команда разрасталась. Теперь в ее составе аниматоры из других городов страны – Москвы, Перми, Санкт-Петербурга. Здесь мы 24/7. Играем, танцуем, поем. В общем, создаем прекрасное летнее настроение. И благодаря моим замечательным коллегам из города Химки у нас собралась невероятная компания. Мы все друг друга невероятно чувствуем. Мы улыбаемся и смеемся 24/7. Море сейчас неизбыточная мечта для многих людей, кроме, пожалуй, тех, кто живет на морском берегу. Чтобы проникнуться замечательной курортной атмосферой, мы решили связаться с Михаилом Гаспаряном, шефом команды анимации. Михаил, привет! Как погода? Доброго дня всем, дорогие любимые химчане и химки. Погода у нас сегодня ветреная. Был утром небольшой дождик. Мы немножко вздохнули после ужасной жары, которая держалась несколько дней подряд. Но нам опять обещают жару в 39 градусов. Вот уже 10 лет вы ездите на этот курорт, это стало своего рода традицией, но все мы знаем, что 2020 год был особенным в этом плане, и все могло сорваться. Когда вы наконец-то поняли, что вы действительно в этот раз поедете? Мы поняли, что мы сюда приедем где-то примерно в конце июня, потому что мы до последней секунды сидели и ждали, поедем, не поедем, откроют, не откроют, разрешат, не разрешат. Но случилось счастье, случилось чудо, и мы здесь, мы приехали сначала 4 человека, а потом еще 4 человека, и 1 июля мы запустили полный состав команды анимации, открыли сезон лета 2020. Много ли отдыхающих в этом году? Люди перестали бояться заразиться и уже расслаблены или наоборот? Вы знаете, и мы, и сами люди первый момент, первые дни немного переживали, нервничали, но буквально через 2-3 дня забылось все, забыли, что вообще был этот карантин, забыли, что была пандемия, и все решили просто отдохнуть и получить удовольствие. Да, конечно, мы стараемся соблюдать масочный режим и дистанцию, и стоят везде у нас средства для того, чтобы мы вытирали ручки, и детей мы приучиваем к этому, и говорим каждый день об этом. С кем в основном вы работаете, со взрослыми или с детьми? Мы охватываем практически весь спектр работы с любым возрастом, от самых маленьких до самых взрослых наших гостей. За все это время наверняка появились какие-то постоянные отдыхающие, которые ездят вам регулярно каждый год. Есть ли такое? Конечно же, есть. За 10 лет нашей работы наши гости стали не просто постоянными гостями, которые приезжают на семейный курорт Казачий берег, но и они уже стали нашими друзьями. Таких очень и очень много. И вот одна из историй, к нам приехала сразу несколько семейных пар, около 5 человек с женами и с детьми. Молодые папы, молодые мамы с маленькими ребятишками. И как-то так получилось, что мамы сбросили своих ребят на пап и отправились в спа-салон отдыхать в кафе и просто наслаждаться жизнью и отдыхом. А папы остались с детьми и пошли к нам на анимацию. Вот и окрестили мы их папа-кланом. Насколько я знаю, у вас в команде люди из разных городов, но самый главный костяк, те, с кого все начиналось, это именно химчане. В 2011 году, когда мне позвонили, пригласили работать на семейном курорте «Казачий берег», мы собрали химкинскую команду, которая состояла из 80% людей из Химкинского театра «Апрель» бывшего.
и приехали сюда на работу. Если верить рекламным проспектам, у вас довольно своеобразные имена. Откуда это пошло? Мы это придумали для того, чтобы и детям, и взрослым нашим отдыхающим было легко запомнить команду анимации. Очень сложно, когда тебя называют полным именем, например, Михаил или Александр, им тяжело запомнить. А когда мы придумали себе псевдонимы, такие как вот я, например, шеф команды анимации, просто Мика, сокращенно от Михаила, крестили меня армянским именем Микаэлем, вот и коротко получилось Мика. Также у нас есть васаби, есть ежевика необыкновенная. Михаил, спасибо большое за беседу. Желаю отлично доработать остаток дня, чтобы погода вам благоволила. Ну и просто проведите время хорошо. Спасибо вам огромное. И скажу вам наш девиз, который мы говорим уже 10 лет. Мы вас любим, и нам не стыдно.